Всем привет! Хочу разбавить свои видео с цветами. Нашими прогулками вечерними по лесу. Температура сейчас спала. Вот так вот мы гуляем с молодежью. Это Мэнни и Ксора из питомника Дальвас Алкасар. Привезены были с Владивостока. Вот такие. Ксорик! Ксора! Ксора! Ксорочка! Ой, ты красотуня! Тумбочка вот такая вот. Давай, давай, гуляй! Мэнничка молодой. Ему год. Вот такой заяц. Ксора постарше. Ксоре 2 с небольшим года. Так вот мы гуляем. Вот такой вот у нас лес. Вышли на прогулку. Там у нас деревня. Ой. Стрекочут кузнечики. Вот такой лес. Красота, тишина. Вот идем по дороге. Дорога такая вот. Машины по ней ездят. Это мы пешочком. Извиняюсь, если телефон прыгает, потому что я иду. Мэнничка. Ксора сразу дала жару, пробежала кросс. Ничего страшного, у нас, по крайней мере, жара спала. Прямо очень хорошо дышится. Смотрите, какой лес. Вот такой лес. Вот такая-такая красота вокруг нас. Очень люблю свою деревню. Деревня небольшая. С осени до весны тут вообще тишина и покой. Садоводов нет. Так в основном выгуливаемся вот за этим лесом, там поле, через поля ходим по несколько километров, это начиная с конца лета. Ну и пока нет больших сугробов. Вот. Очень красивые места. Такая красота. Здесь у нас только пасутся стада местных фермеров. Коровы, бараны, козочки есть. И мы пасемся. Вот так вот. Разбавлю видео с цветочками, своими питомцами. У меня питомник бульдогов и чихуашек. Шем Стайл, город Челябинск. Да, на данный момент щенков давно не было, как бы, но в планах есть. Строится у меня дополнительно здание. Это пристрой к дому. 24 квадрата. Это будет щенятник. А в отсутствие щенков, возможно, будет передержка собак. Ну, так как я специализируюсь по бульдогам, то я готова буду взять бульдога на передержку. То есть опыт у меня есть. Вот. Если вам не с кем будет оставить своего питомца,
милости просим. Ну, все это, конечно, заранее обговаривается. Вот так гуляем. Все, выходим к полю. Вот там уже у нас солнышко садится. В общем, красота. В основном это весь этот лес я осенью проезжаю на машине, загружаю собак. Мы этот лес проезжаем. Вот, в поле выпускаю их всех. И мы все поля там проходим. Вообще, конечно, осенью это красота. Ну все, мы гулять дальше. Всем пока. Ну вот, покажу еще немножко наши поля. Вот такая это красота вечером. Там вон солнце уже садится. Вот такие вот поля с кусочками леса. Вот. Там с той стороны трасса. Мы идем вот так вот вдоль леса. То есть это вот такая же дорога, в принципе. Вот она туда уходит. И вот так вот все леса там обходим. Выходим вдоль Лэповской линии обратно. Возвращаемся. Вот. Вот такая у нас красота, тишина. Нет ни людей, ни животных. Единственное, встречаются стада. Большие стада коров, барашек. А так, в принципе, тишина. Вот там, в той стороне, вот мы сейчас весь лес прошли, находится деревня. Деревня Глинка. Вот такая у нас красота. Вот. Все. Убегались, набегались. Парочка, гуси-гагарочка. Все, далеко уже мы не пойдем, потому что нам еще возвращаться назад. Это еще такое же расстояние. В общем, вот так вот показываю нашу красоту, наш лес. Вот такой. Вот так вокруг. Бульдоги просят продолжения. На улице хорошо, жара спала, особенно вечером, прям прохладненько.